Герои Великой Отечественной, места сражений и памятные события прошлых лет. В культурно-досуговом центре «Молодежный» подвели итоги конкурса детских работ по проекту «Великая Россия 1812». Тема патриотизма, защиты нашего Отечества, она актуальна во все времена. И воспитание подрастающего поколения в духе любви к родине – это очень важный аспект воспитания, это важный аспект в жизни нашего общества. Тему конкурса выбрали не случайно. В этом году исполняется 210 лет со дня Отечественной войны 1812 года. Участники присылали свои работы не только из Подмосковья, но и из разных регионов России. Всего на суд жюри представили 110 рисунков. Данный проект, он несет в себе не только историческую часть, не только патриотический элемент патриотического воспитания, но также большое внимание мы уделяем краеведческой работе, как, собственно, в других проектах нашей ассоциации. И в каждом мы стараемся затронуть тему именно Одинцовского округа. Важно знать все о природе, истории того места, где ты живешь. В итоге было выбрано 27 лучших работ. Организаторы конкурса «Великая Россия 1812» отмечают, что такие мероприятия проводят уже не первый год. Через краски и образы ребята не только лучше усваивают материал, но и приобщаются к теме любви к родине. Екатерина Крамер, Юлия Михайлова, телекомпания «Одинцова».